Около 150 тысяч квадратных метров дорожного полотна в этом году отремонтируют в Ленинском районе. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин провел третье выездное совещание по проекту «Безопасные дороги». Так, в этом году в Ленинском районе отреставрируют 5 дорог на улицах Покровской, 42-й краснознаменной бригады, Веры Кощеевой, Гущина и участок Георгия Исакова. Сейчас дорожники работают на проспекте Космонавтов. Здесь укладывают новый асфальт. Кроме этого, вдоль проспекта благоустроят зеленую зону. В общей сложности по капитальному ремонту будет отремонтировано более 130 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Но здесь, по проспекту Космонавтов, мы уже начали, с учетом того, что идет ремонт основной дороги, благоустраивать аллею, которая находится вот здесь между Большим и Малым Космонавтов. Уже работа определенная проведена по расчистке, по вырезке поросли. Всего новый асфальт в этом году появится на 25 дорогах Барнаула. Еще 30 запланировано на следующий год. На восстановление городских магистралей выделено около 2 миллиардов рублей. Это средства городского, краевого и федерального бюджетов. На участках установят дорожные знаки, камеры фото и видеофиксации, светофоры, пешеходные ограждения. Еще 7 улиц отремонтируют дополнительно. Среди них Балтийская, Титова, Энтузиастов. Кроме того, реконструируют перекресток проспекта Ленина, улиц Матросова, Лепедевского, 6-й Нагорной. В планах отремонтировать улицы в селе Ганьба и 2 участка в микрорайоне Докучаева. На 13 дорогах ремонт уже идет. Основная цель вот этого проекта – это приведение в соответствие, конечно же, городских дорог. Я имею в виду асфальтное покрытие, плюс установка светофорных объектов, плюс установка камер видео и фотофиксации. В этом году приступили к ремонту дорог в более ранние сроки, еще в апреле. Поэтому это позволяет нам качественно и в сроки завершить вот ту программу, большую программу, о которой я говорю, это более около 2 миллиардов рублей.